Всем привет! Сегодня хочу рассказать про отличный проект Мичи Сандер. Майк Мичи Сандер — это имя, уже много лет символизирует компетентность, консультирование, коучинг во всем мире. Теперь он поделился последним с более чем миллионом человек. Одаренный предприниматель и спикер, выступавший в качестве основного докладчика на тысячах встреч по всему миру, не просто ткнул пальцем в рану, чтобы разбудить людей. С одной стороны, он озабочен истиной, с другой стороны, хочет вывести людей из их внешне детерминированных жизней, чтобы они, наконец, могли принимать свои собственные решения. Кроме того, Митчи Сандер делится другими своими практическими знаниями, полученными за более чем 30 лет предпринимательской деятельности. И никаких прочтенных знаний, но все пережито им самим. Знания не могут быть переданы более достоверно, несмотря на свой всемирный успех. И именно благодаря ему Митчи Сандер говорит, что он нашел прочный путь к вере после того, как в детстве боролся с препятствиями, которые почти лишили его силы жить. Чем больше он шагал за шагом, освобождался от этой внешне терминированной жизни, тем сильнее становилась его вера в себя. Он почти никогда не получал поддержки извне. Вместо этого только предположительно совет из лучших побуждений. Но Митчи Сандер рано понял, что пределы других не его пределы, поэтому не было никаких проблем или препятствий, которые могли бы помешать ему достичь своих целей. Любой, кто стал на его пути, был бесцеремонно отстранен от него в соответствии с девизом «Уйти с моего пути». Такова жизнь, когда ты спокоен. Когда Митчи Сандер... Сейчас он на солнечной стороне жизни и наслаждается плодами своих достижений, что не всегда было так. Когда он начинал, его мир был полон проблем, препятствий и забот. Но Митчи Сандер увидел в этом смысл. Это позволило ему достичь поставленных целей еще быстрее и эффективнее. Эти знания ему не давали в колыбели, не учили в школе. А ему пришлось самому все выучить, учиться на практике. Есть ли в жизни лучше учитель? Терпение, амбиции, твердая воля к успеху привели к тому, чтобы иметь дело с миром криптовалют в 2015 году. Даже тогда планировалось выпустить собственный токен. Но если в 2015 году этим регионом все еще правил Дикий Запад, сегодня все по-другому. Здесь он привнес все свои знания, которые были получены в результате разработки концепции более чем 160 компаний, стартапов и руководства в сфере прямых продаж по всему миру, включая его медиагруппу, которая опубликовала многоязычные онлайн-журналы в начале цифровой эпохи. Это привело, как правило, к Митчи Сандеру, еще одной прибыльной сфере для него, а именно к медиа-консалтинговому агентству, которое разрабатывает бизнес-концепции для глобально активных и устоявшихся компаний в сфере прямых продаж. Этими услугами воспользовались более 100 компаний по всему миру. Эта структура была слишком маленькая, если бы можно было перечислить все консультационные задания, выполняемые Митчи Сандером, включая кросс-медиа, сетевые компании, конвергенции, разработку инновационных маркетинговых идей, корпоративные коммуникации, корпоративные публикации, корпоративный дизайн, отношения в социальных сетях, пиар для социальных сетей, временное управление и другие процессы создания ценностей. Его заказали известные ведущие компании на рынке, упоминание имен которых нарушило бы его понимание осмотрительности. Он предпочитает молча праздновать свои успехи, чем вешать их на большой колокол. Поступая так, он также выполняет клише миллионеров, которым он теперь причисляет себя. Никто из них не хвастается своим богатством. Вы незаметно остаетесь на заднем плане и получаете удовольствие. Теперь Митчи Сандер преодолевает эту дистанцию со своим собственным токеном Web20, чтобы поддержать тех, кто заинтересован в достижении своего первого миллиона. В дополнение к нескольким книжным публикациям в 2021 году его собственной онлайн-академии и совместному предприятию с глобальной компанией в области стейкинга Баккарат – это последний решительный шаг, с помощью которого каждый теперь может принять участие в успехе Митчи Сандера. Великолепное решение, которое еще раз показывает, насколько важны социальные обязательства для отца и детей, в соответствии с девизом «давать более блаженно, чем получать». Понимаете, вот реально концепция хорошая, вот реально несет в себе большой смысл. Я сказал вам именно про саму идею, то есть что из себя представляет проект, создатель проекта. В следующих видео продолжим рассказывать уже более детально про проект. В этом это было первое видео, часть моего обзора. Увидимся во второй части. Пока.